Всем привет, народ. Короче, гандоблю вот такую штуку. Достал вот такой домкрат через шланг высокого, значит, на цилиндр сюда будет подаваться давление масла. Вот. Буду ставить, менять. На своем старом сниму старый домкрат. Там стоит 4-тонник. Этот вроде как 12-тонник, что-то я так не понял, он не ШАЗовский, не ДАЗовский какой-то. По крайней мере, по габариту похож, что он на 12. Хотя у меня есть 12-тонник, и у него меньше диаметр вот этого цилиндра, ну и штока. Может чуть побольше, может 16 тонн. Ну короче, неважно. Мощнее мне понадобился пресс, и я собрался такой вот приколхозить. Значит, старый вот этот домкрат, он у меня переделанный, работает верторомашками. Года два, наверное, может три проработал. Он кусок трубки кинул. Сейчас попробуем включим. Давит, работает, но мне 4 тонны мало. И к чему записываю? Сейчас сниму вот это дело и, наверное, выставлю продавать вот эту вот переделанную всю эту мутату. Так что, если вдруг кому-то надо под пресс, пишите, звоните. Будем договариваться. Все, всем пока.